Добрый день, я художник Антон Тетивадзе. Мы с друзьями хотим снять фильм и сделать книгу о нашем путешествии в деревню в Костромской области. В этой деревне я в первый раз побывал еще в детстве, а пару лет назад вернулся и страшно полюбил это место. В нашей команде писатель, оператор, звукорежиссер, композитор и два художника. Я и Саша Пастернак. Мы арендовали профессиональную пленочную аппаратуру и отсняли пробные кадры в моей мастерской в доме Наркомфина. Из мастерской, собственно, и начинается наша история. В книге будут фотографии, снятые на «Зенит», «Горизонт» и «Полароид». Кадры из фильма и картины, часть которых будет написана прямо там, на нашем дружеском рыболовном пленэре. Мы уже вложили довольно много собственных сил и средств в этот проект. Осенью мы планируем вернисаж, открытие выставки и презентацию фильма с книгой. Заранее огромное спасибо за вашу поддержку.